Приветствую всех, добро пожаловать в игру типа защита башни когда-то была, которая теперь превратилась в какой-то лютый хоррор, блин, экшен. Патрон еще тратить делать нечего. Аккуратнее. Да уж, тут придется попрыгать не кисло. Да чтоб тебе.
Блин, тут до пенсии этими батончиками уже запасить, так чувствую. Блин, на лифте там страшно ехать будет. Ну, попробуем. Ничего, туда чесать, о господи. Бежали. Блин, когда я стройкой здесь займусь обычной? Думаю, сел на ночь глядя поиграть. Защиту башни, спокойную стройку, добычу ресурсов. Думал, кинцо посмотрю. Ага. Посмотрел. Привет, ребят. Как дела? Трошки, это хорошо. Что у нас там такое, вообще непонятно. Хотя мне предназначение даже этого объекта непонятно, ну ладно уж. Так, а тут надо быть аккуратнее. Называется, я подлутался чуть-чуть.
Я думаю, игра зависла. Я здесь возрождался. Да? Добежал я до этого, дальше-то чё? Bring the Finky Chamber to the Ancient Eden Keaton. По-русски можно. Мне туда пока так не зайти по-простому. Не совсем я все понял. Куда я зайти не могу? Значит, мне надо вон то первое место бежать, а потом обратно, что ли, чесать? Ой, как прелесть какая.
Ладно, давай посмотрим, что мы здесь можем сделать. Energy Convector. Metal Pipe. Зачем? Так, мне нужен Bionic Creosity. Ой. Мне нужен мехш. Ну ладно, хоть приоденемся. Хоть ботиночки будут. Почему он больше не может произвести? Что же у меня проблема? Он хорошо у меня фибер съедает. Я вот вообще не против. Фибер весит, как оказалось, килотонны. Смотри. Как сразу место-то освобождается. Ну так, 150 оставим, пусть будет. Так, воды. Ладно, я себе могу сделать ботиночки, какая прелесть. Перчаточки. Хорошо. Значит, билдинг рецепт фуил, я что-то не уезжаю. Вот сиди и думай теперь, да? Ну, хоть графит-то можно построить? А, понял. Можно вопрос? А куда, блин? А я айсит могу все залить? Нет, жаль. Было прикольно.
Так, граната у меня есть. Я не совсем понимаю этого юмора. Workbench. Ты не ставил power source. Я понял. Много слишком, конечно, строить не буду. Довольно-таки дорогое удовольствие. А куда тебе закидывать? Пыл-то. Чувак, я тебе фуил принес. Трансфернуть не могу. Погоди, либо это workbench ставится на время, потому что вероятнее всего так оно и есть, просто ставится на время. Да, он на время ставится. Я даже не представляю, как его дозаправить. Нет чертежей, нет чертежей. Чё это? Спальник я могу сделать? Ага. Хорошо. Не, больше энергии просто тупо не хватит. Надо понять, как их заряжать. А как их реально Проблема здесь не в этом, проблема здесь чуть в другом. Слишком дорого стоит эта хренотень.
Дорого-недорого, придется, да? Выбора, потому что нет. Зараза подлая. Ладно, у меня хотя бы ботиночки есть. Так как топливо сгодится? Нет. Energy конвектор. Так, а акселерант-то у меня есть вообще-то. Зачем он мне еще? Где мне это искать все? Чудо света ядрит налево. Было здесь размещать. Ладно, это сейчас не важно, где там размещать, где не размещать. Что я вообще не въезжаю. Find. Найди. Ну пошли искать. Вот, блин, простые-то они какие. Я понял, что мне с планеты надо как-то этой свалить. Уже дурак догадается. Я другого понять не могу. А, где предыдущая игра, в которую я играл? Да, прекрасно. Побежал искать ворота. Кажется, я нашел вход. Надеюсь. Ага. Нашел. Не нашел. Не сюда пробраться, вот в чем вопрос. Не смешно. Может, какой-нибудь второй ход есть запасной? О. Здравствуйте. Очень мило, я скажу.
Ладно, побежал дальше искать. Пещерка, здравствуй. Может, там надо поискать в пещере это все. Тут не пещера, одно название. Господи, помилуй. Пригодится. Быстро. Золотишко я люблю. Мост я еще не видел. Кстати, о птичках. Так, ну спуститься-то можно, дальше-то что? Как мне, блин, подняться? Вот в чем будет вопрос. До него, к примеру. Да, хотя ладно. Ответ никак, да? Так, вдоль реки не туда, а вот сюда не надо. Опс. Вот ошибочка в игре. Ладненько, я на этом, пожалуй, закончу. Мне как раз время вышло на просмотр этой игры. Надеюсь, обзор будет более-менее полным. Всем удачи, всем пока.